В сфере образования одна из первостепенных задач – создавать равные возможности для получения знаний. Перевозка детей является очень ответственной процедурой. На сегодняшний день все школьные автобусы соответствуют всем требованиям, ведь безопасность детей превыше всего. На днях ключи от 28 школьных автобусов были вручены директорам школ Республики Адыгея. В целях обновления автопарка, замене машин, которым более 10 лет, новые автобусы получили СОЖ номер 3 аулы Герухан, СОЖ номер 4 аула Хачимзи, средняя школа номер 9 села Вольная, номер 11 аула Ходз и номер 12 хутора Казюна-Кужорский. Приятная новость для района. В прошлую пятницу, 15 октября, мы получили 5 автобусов от кабинета министров. Лично глава республики нам вручал автобусы, то есть на всю республику получили 28, из них 5 наши. 5 это СОЖ-3 АО Игрухай получил автобус, СОЖ-4 АО Хачимзе, СОЖ-9 село Вольное, СОЖ-11 АО Ходз и ООЖ-12 хутора Казюна-Кужорский. Из 5 автобусов у нас там получается 3 газели и 2 пазика. Все автобусы у нас соответствуют всем стандартам и комфорту. Обновление автобусного автопарка идет в соответствии с постановлением правительства, где идут требования, которые автобусы больше 10 лет не могут использоваться. В связи с этим поэтапная замена идет автобусов. В настоящее время в районе мы подвозим 1112 обучающихся. Подвоз организован во всех школах. Далее хотелось бы отметить, что в настоящее время все автобусы, которые у нас имеются на балансе, это 14 автобусов, которые сейчас подвозят, соответствуют всем техническим требованиям.